начальник штаба эскадры Владимир Дмитриевич Берегин. Здравствуйте, уважаемые друзья! Мне очень приятно, что я был вторым офицером, который попал в Академию Генерального штаба после Дмитрия Павловича Воинова. И служа потом уже в другом флотилии, в Кольской флотилии, я еще раз говорю, что то, что я получил в эскадре, такого было невозможно у других получить. Я хочу сказать два слова по тому, как меня учили. Геннадий Павлович Власов. Конечно, как бы правильно сказать, командовав Макаровым, а потом Устиновым, это для меня был очень хороший человек, который всегда меня учил швартоваться. Это большое дело, что я хочу вам сказать. Вот никто здесь не сказал, кто научил швартоваться, как положено. Вот Владимир Григорьевич Доброскоченко, у которого я был начальником штаба, и подтверждает, да. И мне было очень хорошо. Он мне позволял отдыхать в то время, когда было отдыхать можно. Хочу еще раз сказать, как бы правильно здесь сказать. Мне хотелось бы 134 человека, которые здесь присутствуют, но большое количество людей, уважаемые друзья, еще раз хочу понять меня правильно, которые здесь отсутствуют. Я хочу поднять тост за тех командиров, за тех офицеров, которые, к сожалению, не смогли по определенным причинам именно умерли вот в этом отношении. Как бы мы ни говорили, сколько бы мы ничего не достигали, но благодаря им каждый из нас маленькую крупицу мы всегда брали для себя. Поэтому я предлагаю тост, не чокаясь, за тех, кто умер, к сожалению, вот здесь. Не чокаясь, товарищи. И не пусто. Минута молчания.